Всем привет, с вами Ланграф. Продолжаем джиборить в МК9. Подпишись, пожалуйста, на канал, напиши какой-нибудь комментарий, нарисуй палец вверх и заебашь в колокол. Я буду очень благодарен. Давайте продолжим. У нас голова за Найт Вульфа. Сейчас будем бошиться против Кванчи. Опа. Не-не-не. Черепами своими можешь куда-нибудь в другое место идти. Ну, начинается, ебучий случай. Так, что он вообще умеет? Так, это грудь я показал, это, я считаю, неплохо. Ах ты, что ты делаешь со мной? Зомби меня какого-то превратил. Блядь. Не, такое больше не пройдет. И такое тоже. Да хорош ты уже, ты вообще совсем тупой, что ли? Вот эти боты меры не знают своих телепортов. Но иногда это работает. Опа, нормально я. Опа! В этот раз у тебя не получится ничего. Вот он, конечно, молодец. Возьми с полки огурец, блядь. Может быть, еще разочек проверишь? Не успокаивается. Да, блядь, опять я грудь свою показал. Все. На самом деле бы, если его не тупые телепорты, я бы ухер победил сейчас. Твое время прошло. Блять, ты еще встал. На тебя, ленивого. По почкам. Ай. Грудак пробил. Все. Похоже, ну Псайбот отдал концы. Полетел братцам. Вот такая вот хуйня, Кванча. Куда побрел? Ну-ка стоять. Ух ты, ебать. Что случилось-то? Ну, Псайбот все сломал, типа? О, да, похоже, мы ликвидировали с помощью Noob Saibot'а всю эту хероту. Как удачно получилось. Кто бы мог подумать. Ладно, давай, вставай, пойдем. Пиво пить. Пиломая. Да ты проматерился так? Так, а тут совет. Но как нам узнать, у Рейдена происходит видение возможного будущего, а не самого будущего? Соня права. Мне должно быть заменить руки этими штуковинами. Или это произошло из-за вмешательства потока времени? Уже от этих мыслей у меня голова болит. Это бесполезно. Мы не можем сомневаться в наших решениях. Рейден, что вы предлагаете? Рейден? Да. Так лучше. Согласен, на самом деле. Какова наша следующая цель? Найт Вульф. Готово. Души царства Земли спасены. Я говорю, блядь. Нет, как? Этого может не хватать. Рейден, по-моему, с ума сейчас сойдет. Со своим амулетом ебучим. Мне нужно поговорить со старшими богами. Нарушение Шаукана должно покарать. Битва идет здесь, в царстве Земли. Нам не обойтись без старшего бога. Кэнг, близко как тень. Найт Вульф, ты за старшего, пока я не вернусь. Как пожелаете, Шаукан. Бля, реально он с ума сошел нахер? Ну что теперь? Не будет пользы, если мы будем просто здесь сидеть. Погоди. Линквей, они нас окружили. Блять, засада. Вот тебе и постояли. В атаку.
О, похоже, сейчас будет лютый замес. Сейчас на металлоломах всех сдадим. Да. Моя скорость навик вышла. Да что ты говоришь? Посмотрите, там на заднем фоне какие-то... Да хватит грудь показывать, нет, я серьезно, что ты? Ай, блядь. Да хватит, я тебе говорю. Так, что-то нам пиздок смачно передают. Так, блядь. Так, успокойся этим. Вот так вот топором тебе. Да, блядь, ну, я не могу, нахуй. Вот от меня в сети своего. Так. Блять, ну он меня просто ловит и ловит. Вот так у тебя. Как делаешь, там боец? Пока что не особо понял. И лук свой обратно засунь. Ой, бля. Ой, бля. Так, что ты еще умеешь? О, стрела. Так, лениво. Отрубили. Сейчас я научился стрелять из лука. Почему такой метод? Как же это делать? Так, ну хорош. Просто ловит меня в свои сети, нахер. Пожалуйста, хватит это делать. Дай мне выиграть. Все, хорошо, наконец-то я попал. Так, у него есть X-Ray. Застреляем его. Хорош. Так, кто следующий? Скорости и навыков мало, чтобы для победы в этой войне, Сайракс. Так, смог, похоже, все. Ты слаб, смог. Теперь ты понимаешь мощь видения великого мастера? На нахер. Ты не справишься с силой духов. Так. Блять, у него ракета побыстрее. Ну пока она натянется, уйдите его. Да хорош меня ракетами своими плеваться, блядь. Я тебе сейчас звук покажу, охуеешь. А ну давай ракету. Да хватит, а, ну. Ты как себя ощущаешь? Ай. Ай, обосрался. Ладненько. Ладно, давайте посмотрим, что он еще умеет. Потому что я пока что... Ничего себе, у него много приемов. Вниз назад 2. Вперед 3. Ой, сложно. Вниз вперед 1. Вперед 4. Вниз вперед, вниз вперед. Вниз назад. Вперед, вперед 3. Давайте попробуем. Ага, это все. Блять.
Так, хватит грудь показывать. Нет. Это хорошо было. Так, отлично, кучку отбили потихонечку. Ах ты, блядь. Да ну бля, ну он... Ну, такая падла этот всех. Ну а, ну серьезно, он что как-то работает. Так, нож в лодку поставить. Ой, молния, нормально. Все, хорош. Возможно, даже тебе, возможно, спасти. Да, хороший мод очнулся. Титана минус голова. Что-то, ну вообще лютый замес. Что ты там копаешься? Ну все, победа, четко, заебись. What is it? В чем дело? Мама? На, вот это семья. Ой, да не ори! Не ори на мать! Одному Найтфульфу похеру вообще. Это он суровый. Подходите, если посмеете. Я закончу то, что не смогли Лин Куэй. Да она, походу, супер мощная. У нее это Шансунга засосала. Задело. В атаку. Большие люди заметны. Походу она всех нахуярит. А Рейден с Лю Кэнгом самые сильные куда-то сомпались. Да. Как не больно, пшестанка. Ой, блядь, так это минус Джакс. Она его убила. Она уже минус платила. Ёптвою мать. Минус ты печень просто бросила. А чё, она всех покрошила в натуре? Все, у нас бойцов не осталось, все подохли. Титану-то не убивай дочку свою. Что, совсем ебанулась? Отдумайся. Мама, прошу. Я тебе больше не мать. Мама, ты бы так не поступила. Шаокан тебя извратил. Шаокан меня оживил, а ты его предала. Из жалких соображений. Вспомни Идению, мама. Свое правление до вторжения Шаокана. Молчать, дитя. Настало время примкнуть к своим друзьям. Что ты делаешь, братик? Монстр! Чудовище! Еще жив? Не имеет значения. Скоро ты присоединишься к своим предкам. Так, чувствую, сейчас что-то будет сложное. Блять, у него побыстрее летят эти штуки. Ты это сделала? Так, угомонись, пожалуйста. Блять, что комбу бы сделать? Ничего не получается.
Я тебя понял. Начал вас ножом. Опа. Да нет. Да хватит грудь показывать, я тебя умоляю. Мразота какая, а? Да сука, она все блокирует. О, хорош, уф, отлегло, отлегло. Давай на камбэке, чё. Так. Хватит. А у меня жизнь-то больше. И что ты думаешь, чисто перестрелял ее нахер? А, нет, я не в те жизни смотрел, я думал, что не так-то. Ах ты тварь, я думал... Я не на те жизни посмотрел, я думал, я выиграл, уже расслабился. Оказывается, все не так. Просто так. Хватит. Что это ты будешь делать-то с тобой, а? Да, грудь! Хорош. Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Затыкаем ногой ее. Ай, стрелу не выпустил. О, хорошо. Плотно-плотно. Ай-яй-яй, грудь. Конечно, не слабо она мне херачит. Блядь, что ж такое? Ох ты, вот так вот. Да блядство, я не понимаю. Я этого не нажимаю даже. Ой, плохо дела. Ой, плохо. Ой, плохо. Да. Не слабенький противник. Хорош плеваться в меня. Не-не-не. Хорошо подловили на прыжочке ее. На потолблок. Ай, сука, выжила. Все, отдыхай. Отдыхай, пожалуйста, не вставай больше никогда. А теперь, Синдел, тебя будут судить духи. Блять, она встала, кажется, и ей не особо больно. Правильно, молния ее зажарь. Рейден.
Рейден! Где же вы? В натуре, где Рейден-то? Чисто бросил пацанов своих и отправился куда-то. Старшие боги, я взываю к вам. Царство Земли в опасности. Мы знаем о вашем тяжком положении, Рейден. Тогда вы должны вступиться за Царство Земли. Мы не можем. Но Шао Кан, Лю Кэнг одолел его дважды, он по-прежнему... Шао Кан не нарушал правил сверхземной битвы. Что? Пока мы беседуем, он вторгается в Царство Земли. Само вторжение не является нарушением, слияние миров запрещено. Несущественное разграничение, невинные гибнут от рук внешнего мира. Это прискорбно, но турнир смертельной битвы не предназначен для предотвращения определенных исходов. Они способны лишь сохранять равновесие между мирами. А вы хором, да, говорите? Умоляю, вы должны... Мы все сказали. Вот вы пиздюки, конечно. Ничем не помогут те старшие боги, Рейден. Последние двери закрылись. Мы практически в западне. Да пошли ебало, бич, хули ты ноешь? Там уже всех убили, пока ты здесь разглагольствовал. Сейчас и над вульт отъедет. К духам своим. Капец, у тебя волосы, тебе подстричься. Победа за мной, шаман. Ну не убивай хоть его, да ну. Нет, если я отберу ее у тебя. Что ты задумал? Как ты ржешь-то? Сейчас тебе пизда настанет. Во имя старших богов. Засать. Плюс лежать. Найтвульф хорош, чисто. Разменялся. Лю Кэнг. Китана. Китана жива. Это уже что-то. Лю Кэнг. Ты был прав. Жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах. Мне, походу, она не выживет. Китана. Отъехала. Печально. Ну, Рейден, залечи, как ты Джакса лечил в первой этой. Они мертвы. Лю Кэнг, мы их бросили. И они погибли. У меня тоже болит сердце из-за этих жертв. Смерть напрасна. Ну, ты, Рейден, все из-за тебя, ебать тебе в ухо. Ну, хватит смотреть на свой медальон, ты уже в натуре запарился. Что дальше, Рейден? Расскажи мне будущее, как мы почтим эти жертвы. Я вознесся к небесам. Теперь уже должен погрузиться в бездну. Я отправлюсь к Куан Чи. Купить союз с его миром против сил внешнего мира. Ты чё, ебанушка? Что? Погнуться перед Куан Чи? И что он потребует? Какой ценой нам это обойдется? Может ли какая-нибудь цена быть слишком высокой за спасение царства Земли? Ну ты ебанутый, Рейден. Я молился, чтобы это не казалось правдой. Но ты сошел с ума, Рейден. Твои видения, они ничто. Бред сумасшедшего. Прошу. Кто-то живой? Кто? Джонни и Соня. Хорош. Довольно. Я должен помочь раненым. Отправляйся в свое безнадежное путешествие. Ой, Рейден, Рейден. Хуй ты в шляпе. Да защитит тебя старшие боги. Да, блядь, старшим богам насрать абсолютно. Что здесь творится? Глава 16, Рейден. Чувствую, тебя сейчас нахуй пошлют. Кванчи. Кванчи. Скорпион. Здорово. Какое разочарование видеть тебя здесь. Прибереги свою жалость. Мне нужно встретиться с Куан Чи. Скажи мне, а я ему передам. Поэтому ты решил не спасать свою семью и клан, чтобы стать прислужником своего хозяина? Не говори о моей семье, Рейден. Приведи своего господина, Скорпион. Я должен с ним поговорить. Ты будешь говорить только со мной.
Ну на этом мы закончим серию. Потому что я думаю, что следующая серия будет уже последней. Подпишись, пожалуйста, на канал, прокомментируй, поставь лайк. И я буду очень тебе признателен. Всем пока, всем до встречи в следующей серии. Пока.